Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов, тогда ставь лайк данному видео, подписывайся на канал и напиши комментарий со своим ником. Более подробная инфа в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня, ребята, мы с вами опять же записываем видосик на моем мульте, ник которого спасибо. Буду записывать я сегодня с Виталькой, поздоровайся. Всем здорово. Вот, и короче, ребята, перед началом видеоролика вы там видели, как я себе прикупил комплектик в магазине, который называется Купидон. Если честно, ребята, то прикупил я этот комплект исключительно из-за викинга. То есть в скором времени вы там увидите, как я себе викинг качаю, там очень такие неплохие видеоролики, ребята, увидите именно с прокачкой, ну, викинга, да, как вы поняли, и еще одной пушечки. Так что в скором времени, ребята, обязательно ждите от меня этот видеоролик, вот, ну, если ждете, обязательно пишите и поставьте лайкусик мне. Ну и это прям было прям очень нужно сказать именно в тот момент, когда я ложусь в минус. Это просто вообще я на высшем уровне. Короче, мы тут проигрываем 6.43. 6.43 мы проигрываем, серьезно? А чё так жестко прям? Не знаю, что вообще происходит. Ну ладно, в принципе, ничего страшного. Здесь это все не критично. Карта шум, можно все вообще на изичах затащить. Тем более сейчас типы едут, смотрите. Бам-бам-бам-бам. Вайдер в здании, все, разнес всех. И все, никого нету. Так, окей, и смотрите, что еще, ребята, в этом мне комплекте нравится, это красочка, да, вот это просто вообще шикарная, выразительная красочка, которую раньше, помнишь, кстати, можно было купить за 1500 кристаллов, ну, именно сейчас уже, которые кристаллики, ребят, перевели с новой системы, вот это, со всем вот этим дерьмецом, можно было купить за 1500 кристаллов, то есть это какие-то там скидки в 70 или в 90, что ли, даже процентов были на эту, короче, красочку, но сейчас эта краска у нас просто мега эксклюзивная. И мне, кстати, вот будет это интересно. Каждый абсолютно 14 февраля, насколько я помню, да, эта краска у нас продавалась просто с бешеной огромной скидкой. И вот мне чисто интересно, а сейчас какая скидка на нее будет на эту краску? Опять такая же 90%, и будет эта краска стоить, ну, например, не 100, да, тысяч, как она сейчас стоит, а какие-нибудь там 20 или 10 тысяч кристалликов. Черт его знает. Ты, кстати, еще заметил, что если скидки есть, допустим, какие-то краски, корпуса или еще что-то у тебя там, не знаю, в гараже или там, не знаю, там, вообще просто разрабы делают, оно в магазине не учитывается причем. Скидки, скидка. А, да, кстати, когда в магазине покупаешь это все, например, там краски на корпуса или что-то, если ты себе что-то возьмешь в магазине, там тебе скажут, балалайку давай соси и плати ту сумму, какая у нас здесь написана. И скидочки вроде не учитываются. А если покупать, кстати, за кристаллы, то учитывается там скидка. Да, за кристаллы, если то, да. Но вообще какая-то херня с этим магазином происходит. Вот, допустим, у меня есть викинг М1, в теории с магазина бы он, ну, типа, как бы там не, ну, типа, учел, если бы мне дала скидка, там бы, ну, типа, оно там стоило бы этот комплект немного дешевле, а так он вообще бешеные бабки там, как стоил там допустим, 1500 рублей, так и стоит. Ну да, это они, это, конечно, они не шли, это печально, с одной стороны, но с другой стороны, они просто не хотят, по сути-то, париться особо, то есть они вот замутили, да, именно по кристаллам то, что скидки, и то, что корпуса там, это именно скидочки на кристальные, это, да, такие пушки, например, там, когда ты покупаешь, да, себе все пушки, там тебе пишут, вот у вас доступна скидка на покупку, там и кристальки, соответственно, это, да, все стоимость снимается, а по деньгам, скорее всего, там нифига не сделать. И да, вот невыгодно так. Но опять же, в магазине есть единственная выгода, это то, что не нужно ждать комплекты, когда выйдут. То есть, как раньше, помнишь, если ты хотел себе купить какой-то комплект, тебе нужно было просто уйма времени ждать, уйма времени, короче, страдать, пока этот комплект вдруг выйдет, а вдруг он не выйдет, а вдруг там еще что-то плохое сильно получится, короче, и приходилось прям очень подолгу париться. С этим временем мы уже начинаем их нагибать. Ну, естественно, они же вообще прям мили-пиздрюльки такие. Мили-пиздрюльки. Да ты серьезно, эта мили-пиздрюлька меня перевернула только что, минус полный. Мили-пиздрюлечка охеренная. Просто взяла, мать его, и перевернула меня. Какого фига, спрашивается? Он не понял, что сделал этот человек. Ну, мне тоже, кстати, кажется, что он нихера не понял, что сделал, но получилось это у него все довольно-таки неплохо. И нихерашеньки мне это не понравилось. Так, ладно.
Не, наши враги что-то вообще слабенькие, да? Кстати, ребят, здесь у нас еще хороший ювелир играет. Это мой подписчик, значит, он у нас зарелся по реферальной ссылочке и, соответственно, кинул мне заявочку в друзья, ну, а я его принял. Кстати, ребята, да, напоминаю вам, что если вы хотите попасть именно на этот аккаунт в друзья, вам нужно, ребята, будет зарегистрироваться именно по реферальной ссылке. То есть на этот аккаунт, ребята, другими способами абсолютно никак нельзя попасть. Это сейчас танки залагали или чувак залагал? Да черт его знает, кто там залагал. Окей. Вот, смотрите, ребята, за это, на этот аккаунт никак вообще нельзя попасть в друзья, короче, ни через донат на стримах, ни через еще, ребят, нельзя попасть, только лишь по реферальной ссылке. Соответственно, если вы хотите со мной качаться, то обязательно регистрируйтесь, ссылочка, в принципе, на нее всегда есть в описании. Вот, и там, а то некоторые не посмотрят, как обычно, там, видеоролики, потом пишут мне, типа, в это, и описание даже не посмотрят, вообще ничего не смотрят. Ну, да, и потом пишут: Вайдер, скинь мне, пожалуйста, реферальную ссылку. Ну, мне, конечно, не трудно, я скидываю, но тем не менее. Все-таки, ребята, помните то, что вас много-то, я один, и каждому кидать реферальную ссылочку у меня просто иногда сил, так сказать, не хватает, мягко говоря. А вот, и поэтому давайте, ребята, как-то сами немножко будем такие вот повнимательнее, потому что у меня по реферальной ссылочке зарегалось почти 600 человек, так что 600 человек как-то же смогли зарегистрироваться, соответственно, вот, значит, ребята, и вы тоже сможете. Так что вот такие вот пироги именно с этой реферальной ссылочки. Не, ну это просто вообще тотальный ноги фриз на таких вот звоночках, и, ребят, на всяких сержантиках, он просто вообще идеальный. Господи, ну ДЦП, помоги же мне, ёлы-палы. А ты где? Я вон валяюсь. Меня, блин, причем нас же перевернул, собака взял и уехал. Ну, камон, кто-нибудь, алло. Ну, я тебя навряд ли смогу перевернуть. Ой. Да ну нахрен, блин. Тебя добили. Нечаянно, негаданно. Добили. Ой. Витальку. Тебя шаф убил. Он здесь у нас стоит, шкерится, короче. И сейчас я его отмудохаю по шурик-пури. Кстати, у хорошего, хороший ютубер сейчас будет звонка. Так что нужно, наверное, тоже смотреть за ним. И, ребята, опять же, вам напоминаю. Если хотите вот так попасть в звоночки там всякие, получить звонку на видосик, то вот можете меня искать на серверах. Я, в принципе, играю сейчас практически только на видео. Вот, но там в скором времени начну качаться активно. Но не сейчас. Сейчас времени вообще, ребята, нету. Так что вот такие вот дела, вот такие пироги. Лимончик, 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 лимончик. Лимончик-то у нас тоже вкачанный. Он себе прикинь, лимончик, это получается у него какой васпик? Да повернись, башня. У него васпик М1 практически полностью вкачан под М2. Вот это, кстати, неплохо. Это, знаешь, ты говоришь, что не будешь качаться. Что-то у нас с тобой какие-то разногласия пошли. В теории ты должен качаться до капитана там или до какого звания. В итоге я качаюсь почему-то. Ну да. Не, я-то буду качаться, но... не сейчас, не сейчас, потому что времени просто, ребят, сейчас вообще ничего не хватает, сейчас хватает именно вот чисто зайти, записать ролик и все, сразу на рендер поставить, выйти и да. Все, абсолютно, ребята, на такие игрулечки просто там всякие, даже на прокачке, ребята, я сейчас свой аккаунт даже не качаю в свободное время, потому что у меня его тупо нету. То есть свободное время просто рип. Так, где у нас хороший ютубер? Лимончик ДЦП. Хороший ютубер. А, 40 из ванка, окей. Нормально. Давай, братан. Он, кстати, будет получать у нас воронта первого. С воронта первого там открываются довольно-таки неплохие, кстати, плюшки. Магазинчики, ну, да, нет, допустим, нет, и в этом магазине. Второго воронта, призм 2 будет. Вот это круто. Да нет, там из первого воронта. Допустим, с первого воронта можно купить долгожданные голды, там, если кто-то хочет. Ну да, кстати. Я сейчас забыл об этом. Что, когда я мог кидать голды еще до того, как они... Типа появились, да, у меня доступны стали для покупки. А это, кстати, довольно-таки неплохо было сделано разработчиками. Не знаю, сделано ли это специально, чтобы, типа, вот больше так покупали вот этих новогодних пакетиков. Потому что, ну, это как бы в натуре, смотри, вот у тебя такая маленькая звоночка, ты как бы покупаешь и все. Так, хороший ютубер, давай, получай звонку. Ну, давай, получай звоночку на ком-то. Я это все, конечно, засниму, дело. Давай, давай, добивай вот этого хера. Ну, ну, звание получай, Лёшка, если ты сейчас звание, чувак, не получишь, я вообще тебя не буду снимать. Во, вот, немножечко добил, еще кило все зарабатывай, два, и давай, 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 иху. Да, ребята, просто все, просто изи получил званочку, пацан, так что можете поздравить его, опять же, в комментариях под данным видеороликом. Ой.
Что будет очень-очень крайне, я так думаю, ему приятненько. Так, у нас молотюгу куда-то свалил. Кстати, вот я когда вот создал этот тоже аккаунт, там начали все активно так качаться, что я, что Леха, что ты, именно по МПКшкам. Сейчас как раз таки подписчиков своих смотришь. Раньше все катались именно даже, когда у тебя по сути был создан мульт, ты там покупал все комплекты, но на МПК по сути никто внимания это не обращал. И раньше все катались действительно, если М1, то это М1, то есть не может быть М1 полностью вкачано под М2. Раньше именно такая система, короче, была. Но сейчас это просто вообще какие-то сюрпризы. То есть ты можешь встретить чувака, который катается по сути на М1, думаешь, ну блин, у меня тоже М1, какого фига-то, сейчас я его нагну. А в итоге нихера у тебя нагнуть-то его не получится, потому что он у нас полностью под М2 вкачан. Ну да, кстати. О, голдик. Голдик, прикольно. Ара голд, я внизу чекаю. Давай, второй сейчас. Внизу нету. Не знаю, сейчас чекну. Бок, походу. Прыгать сюда вот. А где вот именно? Вот. Назад едь, назад. Да ёпарь, СТ, трупы вы такие. Ай, ёлы-палы, ютубер с еб... чертям, блин. С какой... чертям. Давай, залазь на меня, давай. Алло. Да подожди, видишь, я сейчас парюсь. Да это ты? Да это я, блин, а кто же еще? Я же говорю, я бомжонок, да? Не знаю, на этом аккаунте я бомжонок. Давай, Вадим, пошла. Давай. И, ребята... Что это было, алло? Я фиг его знает, там кто-то дернулся, короче, спихнули, и получилось все вообще ни капельки не найс. Ну, ребята, похеру, даже если в таком случае у нас видосик получился, даже если не я взял этот голдик, то в любом случае, как бы, видеоролик у нас по-любому удался, потому что, ну, во-первых, мы тут комплект взяли, во-первых, я вам немножечко проспойлерил свои дальнейшие планы на этот, так сказать, аккаунт, вот, ну и в-третьих, опять же, вам напомнил, что здесь да как, голдик, ну, короче, ребята, все, изи. Просто идеальный, мать его, видеоролик. Посмотри, сколько минусов там валяется сзади, если ты видишь. Я уже не успел. У меня пашинка немножко в другую сторону. Кстати, нормально, получили 600, почти 700 критиков. Сейчас еще, ребята, заберем за даночки. Вот, за первое место. И, короче, ребята, если вам понравился данный видеоролик, обязательно ставьте за него лайк. Также подписывайтесь на мой канал, на канал Витальки. Вот, всем пока-пока. Пока, ребята.